Меня зовут Дмитрий Нечипоров, я специалист по платной рекламе, по платному трафику в компании Елама. Сегодня расскажу свой опыт взаимодействия с MyTarget и ВКонтакте. Немножко про структуру доклада. Здесь я расскажу про форматы, которые приносят конверсии, про источники данных, где искать SEO, как искать SEO, про сегменты, про полезные советы и лайфхаки, и в конце все это подтвержду кейсами. Почему, собственно, MyTarget и ВКонтакте мы выбрали для рекламы своих вебинаров? В MyTarget и ВКонтакте можно найти практически любую аудиторию, то есть рекламная сеть 140 миллионов человек, практически все население страны. И собрав аудиторию для ВКонтакте, вы можете использовать ее в MyTarget, чтобы показать на других местах размещения. То есть это на самом деле такая единая инфраструктура. И ВКонтакте и MyTarget они позволяют очень точно таргетироваться вплоть до конкретного пользователя. Таких возможностей нет практически ни у одной другой рекламной системы, ну, не считая там различные рекламные системы, которые связаны с ретаргетингом. Какие форматы мы используем? Как получилось так, что используем мы именно их? Это баннер 240 на 400, мультиформатное размещение в MyTarget и лента ВКонтакте. Собственно, баннер, мультиформат размещения выглядит так, то есть вы загружаете три различных картинки, используется один текст объявления, и все это формируется, скажем так, в такие типы объявления, в тизерное объявление, в баннер 240 на 400, который может показываться на почте Mail.ru или в Одноклассниках, и также вот нативный рекламный пост в ленте. Показывается практически на всех площадках, которые есть в MyTarget. Очень гибкие настройки, и один формат создает много разных креативов. Второй формат, который мы используем, это